Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Если вы любите Принглс так же, как и я, то будете рады узнать, что делать, когда чипсы закончились. В этом выпуске мы превратим банку Принглс в портативный динамик. В своей жизни я сделал довольно много пассивных усилителей звука, но, пожалуй, этот лучший. Для начала нужно очистить банку, что не так-то просто. Я использовал моющее средство в этих целях. Немного потряс, вымыл и протер. Затем отмерьте 2/3 от открытой части и разметьте по размерам вашего телефона. Далее мы берем самый острый нож и вырезаем 3 стороны из 4. И, пожалуйста, не пораньтесь. Похоже, у меня получилось. Теперь отогните получившийся кусочек внутрь, так телефон будет лучше держаться внутри. Придумайте какое-нибудь приспособление, чтобы банка не каталась. Не обязательно использовать картон и конструкцию, как у меня. Главное, чтобы конструкция была устойчивой. Наконец, установим телефон и посмотрим, что получилось. Что ж, дизайн не на уровне Apple, да и звучание не сравнится с активными динамиками. Но учитывая, из чего сделан наш динамик, результат радует. Честно говоря, эта поделка не превратит вмиг ваш смартфон в аудиосистему для вечеринок. Но все же громкость увеличится процентов на 10. Бас и ударные будут более мясистыми, а середина станет четче. В общем-то все, стоит попробовать перед очередным выносом мусора. Спасибо, с вами был профессор Гуглов, увидимся!